Добрый день, ассаламу алейкум, уважаемые зрители. Приветствуем вас на Анжи арене в матче. По-прежнему в атаке. Абдулаев перехватывает. Передача его не проходит. И снова Легион будет атаковать. Удар в девятку. И гол. Гол забивает Вагабов. Ислам забил он. Сейчас центр поля. Абдулхамидов снова от Шихаева мяч принимает. Вагабов с мячом. Вагабов. Шихаев разворачивается. Бьет рядом со штангой. Мяч пролетает. 12-м номером Рамазан Исалов. Решили разыграть игроки Гуниба. Исланур Абдулау как пробивает. Мирзаев. Мяч застается Гунибу быстро. Исланур Абдулау. Передача на правый фланг. Гаджиев. Гаджиев стреляет. Алил Магомедов этот мяч отражает. Байсханов принимает мяч. И спокойно продолжает эту атаку. Никто его не встречает. Байсханов по-прежнему с мячом. Передача на Вагабова. Вагабову дают прострелить. Еще один удар. 2-0. Легион забивает еще один. Делает это Муртазалиев. Мирзаев прострел. А как здесь не попадает Шейхов? Пятка передача на Удуняна. Удунян по флангу направо. Вагабов. Вагабов прорывается. Вагабов бьет. 3-0. Дубль Ислама Вагабова. Забивает 27-й номер. Угловой Шамиль Гаджиев. Разыграет. Подача. Мирзаев бьет поворотом. Перекладина. Здесь не справлялся. Муртазалиев. Мяч отскакивает снова к Легиону. И все. Эта встреча завершена со счетом 3-0 в пользу Легиона. Уверенно проходит своего соперника.